Экс-чиновник Белого дома, от Трампа хотят избавиться. По данным бывшего директора по коммуникациям администрации США, есть люди, которые не содействуют интересам американского лидера. Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который покинул пост через 10 дней после назначения, в разговоре с Эбкнус заявил, что в Белом доме есть люди, которые стремятся избавиться от Дональда Трампа. Что сейчас происходит в Вашингтоне? Президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому по какой-то причине люди приняли решение, что хотят избавиться от него, отметил Скарамуччи. По его словам, в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, есть люди, которые не обязательно содействуют интересам президента или его повестке. По поводу конкретных имен Скарамуччи указал, что уже назвал несколько имен, после чего в Белом доме произошли стратегические перестановки. Напомним, после назначения в Белый дом Скарамуччи сразу же оказался в центре скандала. В телефонном разговоре с репортером он нецензурно высказался о двух коллегах, бывшем главе администрации Райансе Прибусе и советнике президента Стиве Баннане. В итоге директора по коммуникациям уволили через 10 дней после назначения. По материалам сайта news.com.